Университет объединяет. 17 февраля на новой сцене Мариинского театра состоялся третий реюнион. Так во всем мире называют глобальные встречи выпускников университетов. Сегодня бал правит СПбГУ. Бывшие студенты старейшего университета страны вновь общаются с однокурсниками и преподавателями. Третий год подряд организатор – Ассоциация выпускников СПбГУ. Университет любой, да, и Санкт-Петербургский государственный, он же ЛГУ в частности, это та платформа, на которой мы формируем первые свои связи после того, как вышли из школы. И большинство из нас, те связи, как профессиональные, так и личные, которые сформированы в университете, проносят через всю свою жизнь. В ассоциации выпускников СПбГУ сейчас таких верных друзей 32 тысячи человек в 68 странах мира. Не забывает организация и про нынешних студентов. В этом году участниками стипендиальной программы ассоциации стали 36 человек. Для молодых ученых есть гранты. В прошлом году эту поддержку получили 6 талантливых исследователей. Открыли выпускники в Петербурге и лектории для студентов, где с сегодняшними универсантами делятся знаниями профессионалы своего дела. А еще можно добавить, что сейчас во всем мире уже создано 17 международных клубов Ассоциации выпускников Петербургского университета. Когда я говорю слова выпускникам «вместе вы можете все», это искренние слова, потому что я знаю, что на помощь этих людей я могу рассчитывать. В моей жизни были трудные минуты, и эти трудные минуты удавалось, как правило, преодолеть при поддержке моих коллег-выпускников по группе, по курсу. По военной кафедре, на которой мы были вместе с психологами, социологами и историками, по-моему. Конечно, это единство, которое помогает тебе двигаться дальше, успешно получая удовольствие от жизни. А начинается все в стенах Санкт-Петербургского государственного университета. Поэтому совершенно естественно на третьем реюнионе выпускники тепло вспоминали свои студенческие годы. У нас были великолепные преподаватели. Просто великолепные. Я помню то, что они нам говорили по предметам и как они читали лекции. Вот сколько лет прошло, вот их методикой я пользуюсь. Я сейчас работаю на факультете международных отношений. И, в общем, они нас научили воспринимать новое и понимать это новое. Почему так произошло, что было причиной, что даст потом это в жизни и нашей, и вообще в мире. Каждый выпущенный студент, он остается в голове и в сердце. Поэтому я помню почти всех. Я очень доволен, я очень рад, что я их подготовил. Они хорошие специалисты. Я благодарна своим научным руководителям, всем преподавателям за широкий спектр междисциплинарных знаний, за огромные практические возможности, поскольку с первого курса я участвовала в международных конгрессах, принимала участие в исследованиях. Также есть чемпионаты, практический бизнес-опыт. Я сейчас сотрудничаю со своей кафедрой, общаюсь с научными руководителями. Также, возможно, в дальнейшем построю свою профессиональную деятельность, когда уже получу степень PhD. Вот так. От первого шага в университетскую аудиторию до высших профессиональных ступеней дух университетского братства, содружества выпускников помогает чувствовать себя членом одной большой семьи. Семьи, где успех каждого становится общим праздником. Виват Реюнион 2018. Александра Воронкова, Владимир Лушин, Алексей Чупка, телеканал «Мост».